она детально в каких-то вот вещах проработана, в которые ты бы вот просто так даже не полез. Ну, да, есть такое. Ты придумываешь какую-то вот дичь, которая, по идее, не должна работать. Херак, а оказывается, они это продумали. Да. Прикольно. Я говорю, там патч вышел, там столько изменений, там читать заебешься. Ну, типа того. Ну, блин, ты в Дивиньку не играл, она тоже вот очень проработанная шняга, и у него совсем другая боевая система. Угу. Во многом мне вот та больше нравится, чем вот эта ДНДшная. То есть там нет привязки к ячейкам заклинаний, там просто есть набор твоих способностей и сколько они тратят очков хода. Вот. И у противников, грубо говоря, кроме ХПшки, есть два атрибута. Это физическая защита и магическая защита. Она выражена тоже в цифрах. Ну, типа, столько-то ХП и вот столько-то там брони, столько-то магической брони. И в зависимости от этого получается история, что, допустим, маг заклинаниями бьет только в магическую броню. Uh-huh. Если он ее пробил, ну там до нуля опустил, соответственно, он начинает пилить хпшку. Но при этом он ничего не делает физ броне, потому что он физически-то не тыкается в нее. Ну да, да, да. Вот. А физики наоборот, короче. И в зависимости от этого ты уже и пачку начинаешь строить своих сопартийцев, что как бы тебе нет смысла и туда, и сюда. Тебе как бы выгоднее там биться во что-то одно. Это с одной стороны. А с другой стороны, все противники, они разные. Кто-то хорошо защищен от магии, кто-то от физики. Вот, и начинается там прикол. Плюс очень много там игры с движениями. То есть там куча скиллов для перемещения по арене. Не как здесь там всего их 2 или 3. А там их реально в каждой школе в отдельной есть свой. Плюс в одной из школ магии есть заклинание перемещения, ну, телепортации. Ты можешь кого-то, кого видишь, допустим, по полю боя перебрасывать. Там, допустим, собрать врагов в одну пачку и накрыть каким-нибудь убер-заклинанием. Или, наоборот, союзника выкинуть из боя. Там. Такие вот приколы там тоже есть. В этом плане мне боевка больше нравится. О, нифига. Какая-то котельная, блядь. Походь, я медвесычка нашел. Пока зелье действует, и надо побазарить. Че базарит? Говорит, что я не еда, я друг. А у нас тут орки есть. Yes, fun. Здесь ну? Какая? Медвесычек. А он, слушай, он, по-моему, подрос. У него теперь 29 хп, а не 8. Ну. Так, с Мизором мы в прошлый раз общались, да? А ты со своим паладином этим не общался? Не, да я у него там ничего нового. Ой, я сундук нашел. Слушай, а чисто теоретически мы можем его завалить? Не знаю. Давай засейвимся, и сейчас Илюха придет, попробуем. Может, с него доспехи можно вот эти снять прикольные. Подожди, с кого? С этого рыцаря? Ну да, вот с клятого преступника. Ну, а зачем? Ну, прикольные доспехи. Да не надо. Может, тебя таким макаром вернем на путь истины? Не надо. А если я сундук разобью? А вот, кстати, хороший вопрос. В Дивиньке, допустим, часть лута пропадала, когда сундук-то разваливал, а не вскрывал. Но это была тоже схема, типа, если ты, у тебя не было кого-то, кто умеет сундуки вскрывать. А я могу скинуть в сундук же, да? Что-нибудь? Могу. Сейчас и проверим. Ты, как орк, на самом деле, можешь взять этот сундук себе в инвентарь, припереть его к нашему вору, выложить из кармана и сказать, на, открывай. Не, да, это да. Но я сейчас попробую ради интереса. Нет, все на месте. Watch how you go. It's a trap. Подыграй мне, Вить. Так, а что ты там играешь? А, спой мне. Тут, короче, везде записки корявым почерком, я не знаю. Иди, мы тут это, наяриваем. Да я по грязному какому-то подъему полез. Наяривают они там. Подвал грузов Флимма. Что это? Востерцгерцога. Наблюдение.
А, это тоже из девинки трек. И что это за подвал? Хранение деталей машины какие-то. О, тюремный блок. Ой, а тут квест какой-то. Или нет? А, нет. Блин, пока мы заняты, Антоха яблоки тырит. Да? Ну да, это, слушай, это из девинки трек, он этой был. Да. Лоусе. Фирмовый. Она, если ее ветку пройти квеста полностью, еще и пела. Так, ученики. Чего? Что-то нехорошее происходит, по-моему. А, прикол. А где я? Блин, теперь текстуры единственное грузится 2 года, короче, просто забеют. У меня, кстати, проблем с текстурами вообще нет, при том, что у меня видухная 2 поколения ниже, чем у вас всех. Блять. Он так кого-то бьет, по-моему. Да. Какие-то рыки тут на меня напали. Чудовища какие-то, короче. Я. А у меня уровень 100. Да? А, ну да. Ну нормально, чё. Мы в лагере. Где Антоха, мы не знаем. Я погулять, да, пошел и какой-то подвал ебаный нашел. А, я вам всем уровень заработал. Ты хорош. Нормально? Блять. О, у меня ячейка 6 уровня открылась. Сейчас телепорт еще нашел. Блин, жесть, у меня открылась ячейка 6 уровня, но заклинание в ней мега беспонтовое. А, это варги были, ебать. Хотя, есть одно кайфовое. А чем, канализации не? А вот я и канализации как раз, Илюха, нашел эту хуйню. Я в какой-то подвал, короче, грузов Флима, блять, попал, и на меня тут напала мразь всякая. Подожди, а это куда? Это по грязному подъему, рядом с которым мы стояли. Помнишь, там решетка такая, типа, и грязный такая хуйня там. Он так и называется. Ты вверх пошел или да, вниз? Да, да, вверх. Ну, не туда, давай, где насосы, а в другую сторону. Подожди. Ну вот я поднялся по подъему, а дальше куда? А дальше тюремный отсек или что-то такое ищи там. Понял. По-моему. Слушай, а может мы все-таки сначала пещеры здесь следуем? Я просто не помню, как назад вернуться. Там даже не то, вы что можете, не помню, не знаю. Можете на меня телепортоваться, круг древних знаков. Вот тут это руины подземного города. Я тут нашел, короче, телепорт нам. Давай, наверное, сначала, да, действительно, это, чтобы закончить локу. А то потом вспоминать, куда сходили, куда не сходили. Там он почти какой-то кандидат для пиздобольства еще есть. Не-не, это я сейчас поза... Это ты. Не, вон он стоит. Дверь строить нельзя, если что. Угу. Ну и что? А, хорошо. Тут, короче, садишка. Ладно. А, прикольно. А куда ломиться-то? Дань своей кровью. А, вон стоит сверху, который. Дезинтеграция. Выпустить из пальца тонкий зеленый луч, если 50. Ну, подходите, лучше... короче, к нам.
О, есть танта нашел, погодите, какого-то. Походу, у него языка нет. Нам нужны волшебные врата. А он торговец, погодите, пацаны. Смотри. И у него, кстати, есть тут что купить и что продать. Так, еще раз, где вы там есть? О, слышь, а я, короче, череп этой бабы нашел. О, найс. Это который там скелет валяется? А да. Это куда, ребят? Это на телепорт на последний, прыгай, да. Я чисто рандомно в сумку залез, короче. А там череп этой Сарин. Блин, наверное... пипец, тут отличный шлем для варвара и отличный доспех для друида. Угу. Нам не канает. Только кто-нибудь помнит, где это, где они лежат? А, да сейчас найдем все. Где же они лежат? Блин, Антоха, картины свои эти припер. Это не мои картины. А чьи, наши картины? Я не знаю. Я не видел. А, безголовое привидение? Да, это вот нужно бабу, короче, эту. Ну, бошку надо привинтить. Да, кто-нибудь помнит, где она есть только? Ну, где-то в старых локациях. Ну, надо идти по следам жира. Ну, кстати, это здравая тема. Вот они, жирные. Вот она, да. Все, я нашел. Это вот здесь. Так, ну а я у этого монетки отжал. И тебе, Илюх, кстати. Ну, у кого голова? Ребята. Да-да-да. У меня. Вставляй. Погодите, дайте посмотрю. Ну. Подождите меня. Я вам денег зарабатываю. А кто мне бабки забрал? Мась. А кто-то забрал бабки. Ну и чё там? Да чё, нормально, я её, короче, это, ну, видел там дали. Так. Не, я логи просмотрел, что там. Там опыта, да, я... Кстати, амулет довольно забавный. Вот у меня лежит синий волшебный амулет. Ответное действие, короче, ну... Блин, у вас не сортирован этот. У меня отсортирован. А я, короче, изучил новое заклинание дезинтеграции. От 50 до 100 урона. А у меня теперь есть удар теней. Но я его могу, по сути, только один раз даю, потому что у меня только одна ячейка 6 уровня. Есть теней. Как бы довольно неплохо. Антох такой, а я могу бить. Да? А могу не бить. У меня 81 хп, и я бью. Ну, кстати, это так-то нормально. У тебя хпшки полтора раза больше, чем у нас. Ну, куда пойдем? Так а мы там не до конца прошли. Пойдем. Да. Не, можем телепортнуться на вот эти руины и там посмотреть, что там еще есть. Ну там спуск, вон там слева есть это. Ну там вон проход куда-то, слышь, есть. Ну да, да. И дверь как-то вот она. Нужно что-то, короче, в жертву принести что-то. Блин, а может быть тут надо было кольцо самосожжения вот это? Должно быть кольцо расположения владыки к тебе. Погоди, Вить, пойди сюда. А? По-моему, чё? Бить буду, да? Давай вот сюда в круг. Так по. Ну, и походу работает. Да. Изи. Решил головоломку. Погоди. Поэтому вы решили самого хилого пиздить. Тебя крови больше. Там его бесполезно. Ну, ты просто что красный, ты там сказал? Ты просто красный, понимаешь? Нифига тут у чувака кинжал. А где наш взломщик? Это его, кончик.
Света вот обносил. Тут стрелок убийца, мало. Я его не обносил, я просто смотрел. Блин, ни хрена тут. Стрелки убийцы Бао нас атакуют. А, это этой бабы, короче, кореша. Так мы же добожарились вроде. Ну, видимо, они им не понравилось, что мы сюда пришли. Где они, блядь? Да вон они вообще на стенах стоят. Они еще и в невидимость ушли. Да я пока в невидимости там, и мне бы это... Так, погоди. Блядь. Они так-то ватные. Сейчас, Антошка, если выживешь, я тебе полет дам. Попадать стали, блять, по мне. Как бы... Они стоят сильно выше, чем ты. Да. У них выгодная позиция. Он тоже стопая. Да ебать. И почему я не достаю? Ведь может туда фаербол кидануть, заодно их из инвиза. Ага. Подожди-ка. Сука, недостаточно ресурсов, скорость перемещения. Ну, в принципе, мы их из лука, если что, атакаем. Да они там сейчас еще и в сранче. Ну да. Так, давай. Ну, ради такого дела я им даже на дудке подойду. Блядь, ну. Так, и... Ты не того бил немного. Почему? Я ж добил мудака. Нет, ты добил, но он бы и так от саранчи толк. Надо было хп снижать. Ой, давай, молча. А, мы храм Баала прошли, ребят. Ну, в смысле? Окей. Все нормально. А, вон еще один, кстати. Да, блять, господи, убейте на это. А Антоха в облако саранчи перелетел? Да. Так, ну что, ты этого... Нам по-хорошему вон того, самого дальнего. Ну, по идее, да. Потому что он у нас какой-то ритуал заюзал. А, мы через три хода просто умрем. Ну да, я тоже уже прочитал. Угу. Ну надо убивать эту суку. Либо бежать. В принципе, я могу попробовать как раз свое новое заклинание. Ну пробуй. В теории оно может его убить. Если меня не убьют раньше. Антоха, ты до него сейчас не допрыгнешь? Не знаю. Сейчас посмотрим. По идее, ты даешь его. Нет, потому что у меня тупо нечем туда добраться. Да. А для выстрела у меня почему-то помеха, блять. Какая помеха? Помеха справа. Да вот. Он под ритуалом, да, его, то есть, как бы... Ему похуй вообще, абсолютно. Тут Витины стрелочки, мне кажется, зайти хорошо, они пробьют с него прям нормально. Да, он пока не дотягиваемся мы туда, видишь?
Да, мы, к сожалению, не достаем. Но у нас есть запас еще чуть-чуть по ходам. Ну там еще толпа прилетела, они хоть и лохи, но... Ну нам главное этого завалить. Ну да. Ну да, да. Ты до него долетел, да? Не, Витя, кстати, позицию грамотно занял. Он там, по идее, сдохнуть может только от этого типа. В принципе, я ему в спину почти добежал там уже. О, они, кстати, колдуны. Ебучие. Да. Не попадают, правда, но... Делают больно иначе. Угу. Это неудержимые. Оба. А вот это. Так, сей история. Ну, помянем. Ай, живой. Да, только ты горишь. Но живой. Но горишь. Но живой. А, слышал, он блокируется. Блять. И где куда он? Бай. О, он внизу. О, нифига, он далеко куда улетел. Спец. Кстати, он ко мне, по сути, прыгнул, но только я-то мертвый уже. Поваришь. Пацаны, меня душитель люк бьет. Да. Мы видим, Павлик, видим. Блять. Ебаные факелы, блять, мешают мне. Ну ему урон вообще никаких-то еле проходит, блять. Так, у нас еще два хода, да? Да. Да, господи, Вить. Как ты замучился вот этими твоими постоянными этими. Да. Вообще плевать. Что-то мне кажется зря. А мы сохранить перед тем, как идти сюда, да? Да. Конечно. Там автосейв был при входе. Потому что, мне кажется, мы сейчас отъедем. Ну, а дезинтеграцию кто будет применять? Колдун. А, я не могу до него долететь, потому что дезинтеграция не для дальних. Не, слышь, какая-то хуйня с воротом, он у меня вообще перестал работать просто. Загружаемся сейчас. Ну, погоди, может, пацаны его сейчас завалят? Да, как бы они завалят, но тут вот эта толпа еще. Ну, толпа им пока сделать ничего не может, она от них далеко и внизу будет. Тут мне под стелсом нужно попробовать подойти как можно ближе, мне кажется. Так а мы когда заходим сюда, ты их не видишь, они спаунятся. Угу. Да, есть такое дело. Единственное, что мне кажется... Нам бы сразу вот на ту сторону перепрыгнуть как-то полетами, там, вот этой всей истории. В смысле не забраться на лестницу, что за бред? А, типа... Да загружайся у него сейчас ход, он, если ну, мы не дошли. Вообще да. Так, да, как... я его не смогу до него дойти. Понятно, опять пользы от Вики никакой. Это сказал сейчас Барт, который отъехал на мосту? Да и за счет этого барда, отъехавшего на мосту, вы попали на ту сторону. Так, сейчас тогда немного это... Постойте, попробуем. Есть у меня одна мыслишка. Ну... Там еще ебаные факелы. Вот если бы их не было... У меня бы немножко больше было мобильности. Ну, покидай водичку и стелса.
Да и как бы тогда внимание привлекает. Да, придумаем. Да, конечно, но они не особо сильные. Тут надо только с позиционкой разобраться. Пока, тут именно пока это условия драки не очень приятные. Да. Рубля, в чистом поле мы бы их разъебали. Слушай, давай будем честными. Тут любая, вообще абсолютно любая драка, это обставленный театр. Ну, в принципе, да. А что так? Долго происходит все. Уже почти. Витя! Чего? Давай еще нажрёмся. Так, короче. Так, а мы, кстати, квест этот череп-то отнесли. Да, отнесли. Так, все, идите. Мы все еще планируем туда идти? Да, там в свитке, кстати, написано, что, в общем, хрен вы куда пройдете, если не завалите вот этого типа. Ну вы тоже поближе так подходите, главное, чтобы не агрить. Конечно, конечно. Конечно, не будем махать. Никакого агро. И сейчас оказывается, что он просто тупо будет, короче, это, телепортиться каждый раз, когда, блядь, Илюха будет к нему подходить. Да ладно, ладно, нормально, подожди. Есть у меня такое подозрение. Ага. Все, пиздос понесла. Знаешь, если он будет телепортиться, как бы это не самый плохой вариант. Да ну, как сказать, блядь, бегать за ним тут. Ну, значит, просто надо не фокусить вот этих троих чуваков на выходе. Его пиздос, да. Да, давай так, мы сейчас, я тебе дам полет, как в прошлый раз. Угу. Вот. А дальше с заклинаниями будем с Вити вот с этой пачкой разбираться, которая там в невидимости стоит. У нас есть АУЕшные скиллы, мы их размотаем. Просто, блин, Илюха опять получается, он прям на ровном площадке, стреляй не хочу. Сейчас, погоди, чё. Берёте, ёбаные факелы, ну, они смотри, мне. И получается вниз вот туда идти нельзя, потому что это триггернёт оставшихся пацанов. То есть нам надо перепрыгивать на ту сторону. Получается так. Ты сейчас не стартуй только, Антох, да, я сначала тебя забафаю. Блять. Просто дело в том, что опять же, видишь, блять. Он опять ее уже повесил, блять, и у нас остается 3 хода после этого. 4. И это мало. Ну, их 4 с учетом вот этого, на котором мы сейчас находимся. Ну да, но все равно, блин. Ну, мужики, я вроде, конечно, меня спалили, но я вроде тактически неплохо занял позицию. Не, ну слушай, ты уже близко, нормально, да. Да. Я хочу попробовать туда забежать и его спить, столкнуть как-нибудь. Если, конечно, добегу. Да какой нахуй критический урон, блядь? У тебя очень большой перепад высоты. В тебя летит пипец с такими бафами. Так, Антошка, стой. Так. Блин, сейчас попробую это легко. Как-нибудь. Подхилить. А, нет, не подхилил. Да ладно, пофиг, я хочу хотя бы это. Там видите, в принципе, кинжалы хорошо кинуло. Ну я только двух задел, третьего не буду. А ты отменил их, что ли? Не, они же там будут сейчас это.
Нафиг им полет дал, он там все равно скачет на своем теневом шаге. В смысле? Так я и полетом, и так. Нормально, ты все четко сделал. Так застрелю его. Да-да-да. По идее, он сейчас телепортнется вниз, и как раз до него и Люк выбежит. А если доживу? Да победу он. Не уверен. На него еще и кровоток упал. А у него еще и неудержимость, его не получится спихнуть. Мне кажется, тебя сейчас, если попадет эта стрела, она тебя скинет. Да, можно уже хватит, да? Так. Хорошо. Ну вот твои воротики работают. Ты всех размотал там? Ну, там нет. Еще двое остались. Ну я сейчас шваркну туда. А, вот они, все, вижу, как они расположены. Так, все, он оттпшился. Ага, вот как раз под Илюху. Да ну как? Я... Да мне кажется, далеко. Не еще... Три хода, да? Угу. Блядь, да вы, сука, издеваетесь. Подскользнулся. Что там получается, один остался? Там их двое, Паша. Ладно. Но, в принципе... Подожди. Сейчас, подожди, ничего не... Годится. Отлично, Антоха его там неудержимый, почти все сбил. Да. Но все равно. Блин, мне не хватает. Тут, кстати, сундук стоит. Да погоди, на потом. Ну, спасибо. Да. Кстати, вообще, да, было бы забавно, если бы ты сейчас поскользнулся и в пропасть улетел. А, они меня больше... не достают меня. А, эта тварь достает. Ну, пророческая фигня получилась. Ладно, погоди, сейчас если мы выиграем, то мы тебя выкупим, это все фигня. Да меня свитком, если есть, можно резнуть. Как тебе резнуть, ты в подпол улетел? А вон душа, видишь, летает. Подожди, как? Прикольно, кстати, я даже не знал, что так можно. Возможно. А, ребят, у нас проблемы. Чё так? У него крыша там прибежала. Ага. Эбик и столом. Так. Ну здорово, петушар. У нас тут своя крыша. Так. Я около тебя слышу в обратку. У кого? Не знаю. Причем не всегда, а как-то через раз. Походу у Витька, потому что звук от него идет. Вот это дамаг. А так я же с него сбиваю хуйню. А чё за хуйня? Не удержимся по одному. Ну вот так вот как-то нормально. О, да, отлично. Так годится, в принципе. Все, ебать. Так, а у кого свитки есть? Ведь есть свитки? На воскрешение? Да. Не-а. Блин, а у кого есть? Блять, подожди, у меня же есть возрождение. Но только, блять, у меня ячейки нету. Нет, да это фиг с ним, через инвентарь Витя пусть заберет. Не, ты не понял, у меня имеется в виду возрождение такое, скилл. А. Свитка у меня нету. А, ну да. Ты с помощью скилла можешь его встретить. Да, мне нужна ячейки. Третья ячейка заклинания, да. А у меня ее нету. Да, па-па-па-па-па-пам. Подожди, у меня что-то есть на восстановление. Ячеек? Угу.
Ну давайте сначала бой закончим, наверное. А где Илюха вообще есть? Я просто провтыкал, когда он умер. Его скинули с этой, с вот этого парапетика вниз. А, в тьму? Да там лучники, стрела. Вот эта ебанутая. Там есть, которая не дамажит, но отбрасывает. И она прям тут то, что надо. Ага, вот он. Ха, пошёл. А. Души лежат. Да-да-да, надо брать. Надо забрать, да. Аж, ты там закончишь ход? Да, а, блин, я просто изучал ваш этот. Кого? Ау. Я даже не видел, что мой ход. Я инвентарь изучал, думал, у кого свиток, чтобы... Ну и чё ты не перелетел-то? А, превосходящий эликсир магического развития дает дополнительный ячейк заклинания третьего уровня. О, отдавай. Ему. Мантох, я тебе вроде бы передал. Подожди-ка. Да ладно, рубите их просто, господи. Мантох, как обычно, долго шел, потом пришел и ваншотнул тупо его. Ну, нормально. Слушай, а было бы еще эпичнее, если бы ты его поднял и тупо в пропасть выкинул. Блять. Не, ну кстати, это возможно, мне кажется, вполне, потому что. А че? Бой закончился. А, потому что мы этого убили. Там было написано, надо победить, короче. Типа, докажи, что достоин в свитке там перед входом, убив этого типа. Так погоди, а где? Нажми тап и там по фильтру ищи. Чего? Искать? Зелье. Выдающий. Это в лагере проще резните, господи. Все равно это деньги. У меня нету зелья никакого, видите? Превосходный эликсир магического развития. А там в любом случае отдыхать надо будет, наверное. Ну я не знаю, у меня ячейка. Сейчас передам. Да. Вот все, передал. Проще. А там какой-то красный вон типок валяется. А. Да, прости. Теперь у меня есть. Восстань же! А чё у него, кстати, было чё по это? Спасибо. Yeah. А, было чё-нибудь там? А, я не знаю, нет, там копье одно лежало. Ну, который и сейчас в нем лежит. Ну, подождите, мы в храм Бала пришли. О, гороховый супчик, пацаны. Орку нет. Не давайте. Ага. Нет. Я не буду с ним в лагере спать. Придется. Блин, слышь, Антох. А ты не хочешь пройти... Блин, была игруха на двоих, забыл, как называлась. Про побег из тюрьмы. И Вейваут? Да, и Вейваут. Чувак, классная игрушка. Блин, это очень смешная штука, короче, на двоих. Там последний... еще есть зеленый экран, насколько я помню. Да? Да, на сплитскрине можно, короче. Последняя что я играл, вот эта игра, блядь, была, да? ВКонтакте? Да. Хорош. Так, а тут какие-то ворота. Блин, мне что-то кажется, мы вообще не туда идем. Хотя там сундук. Вить, что там в сундуке? Ничего, просто пару стрел и звук. Вроде а зачем мы вообще приперлись в храм Бала? Да мы как бы не то чтобы но путь выбирали. Был. Чисто в теории здесь может в плену Лазарет быть. Кто? Лазарет. А, кстати, слушай, да. Ну это тогда означает, что мы уже нарушили договор. Ну получается так, да. Ну не то чтобы мы и планировали его исполнять. Идрит там пошли симфония скиллов. Блин, а у меня нету такого полета. Почему? Ну потому что мы. Ты и летинские и личинки ел. Да. Вот, а мы синхронизировались с ними. Ну, блять. А, пацаны, блин, хотел сказать, нам сюда, а тут уже Илюха ходит. Ну нам вот сюда, в принципе. О, да, пацаны, нам вот сюда. А, это куда? А, хранить? Да, это надо. Тут, вот это уже похоже на храм. А-а-а, ля-ля-ля-ля-ля. Бля,
блядь. Прям... Да. Факелы, господа, гасите факелы. О, жареная свиная нога. Мусульмане есть? Витя опять факелы зажигает. Витя, не зажигай факелы, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Я ты просишь без уважения. Ну, будет уважение, буду просить с уважением. Но у меня какая-то его нет. Пристань, тут сохранка. Как так, можно уважать человека, который зажигает все факелы? Да и не беспокойся, я иду сзади всех, я их тушу потом. Да, так вот мы... видишь, у нас с Пашей тимворк. Ага, а с тобой у нас чё? Мы сейчас, походу, найдем старший мозг и убьем его тут тупо. Бля, это будет забавно. Кстати, у меня разговор с животными есть откуда-то. Как бы иначе ты с нами общался? О, мозговые крысы, нифига их тут. Глянь, синих глаз. Избегая старшего мозга. Ой! Оу! Ты зачем это сделал? Ну, хотя блин, пацаны. Мать. Ты посмотри, сколько их. Надо, короче, это. Не знаю. Деремся. Делят через 10. Приду, когда их ход закончится. Я так понимаю, Илюха ткнул какую-то крысу. Нет, я уже. А, прикольно, я ничего делать не могу, да? Я тоже. Почему? Потому что что-то происходит нехорошее. Замешательство, так сказать, идет. А там проверка на мудрость, а я не мудрый. О, я прошел нормально. Ну вот и деритесь. Я там штук 10 уже завалил. Ой, да тебя послушай, ты один всех поубивал, Ара. Да. Вот, а сейчас они как бегают умирать. Ведь зачем ты в кинжалы забежал? Случайно. А. Да, мы деремся за ценный один опыта. Уже 10 бабулек рубль. Я не хочу ни на что намекать, нам до следующего уровня 21 293 опыта. Нам, нас очень спасает 20 крыс. Ну да. Да. Давай просто представим, что... Так, если ты продолжишь этот диалог, я сниму штаны. Причем не свои. А в реале или в игре? Это предложение или... Сначала в реале, потом в игре. Так, Илюх, продолжай. Тут просто можно снять и ходить трясти колбасой. Смотри, видишь, они вон горят, бегают. Глянь, видишь уже, сколько их меньше стало. Я чем дольше слушаю его отмазки, тем больше понимаю, что это он сагрил крыс. Они на меня сами кинули. Да конечно, конечно, это было самого Балрода. Ахра был от вас. Да, 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 да. У нас даже орк от этого приунул, посмотри, он просто стоит и орёт типа... Возможно... Так, погоди. Ага, блять, кончилось. Зачем ты, блядь, это сделал? Мне очень хотелось. На тебе, блин. Крычон, крыс. А где крысы-то остались? Да вот, рядом с Витей стоит. Последние. Так это Антоха. Ля ты крыса. Добивай его. Это? 38 метров двушка. Ну, это, наверное, евро двушка, которая. Больше боялись. Тут есть ялик. Евро двушка. Ядрить как говно, не квартира. Ага, да, тебе нужны все камни, короче. Зацени кухню. Короче, понятно. Это типа, так. Когда мы всех поубиваем, камни заберем нам сюда. Да. Ну, какие камни? Бесконечности, Пак, бесконечности. Бесконечности? Да. Ладно, да. Хуйня Танос.
Анус ты. Мелковато, да, для Таноса. Поэтому будешь Анус. А так, сюда надо вот идти. Еще можно пойти. Да, вот сюда надо тогда двигать. Можем сыграть в следующий раз в 4 воина орка. Или в 4 варвара орка. Ага. Просто ходить и орать и все крушить. Интеллект в единицу, мудрость в единицу и поехали. Тупо все в силу и выносливость. И убивать вообще всех, ебать. Ну, как по заветам Летова. Факелы никто тушить не стал, да? Не, блядь. Похуй. Да вы не бегите вперед, там походу драка сейчас будет. А я телепорт просто нашел, хочу открыть. Ладно, затушу, хрен с ним. О, тяжелый сундук. Стопы, там сундуки. Надо брать. Я буду, если сундуки не посмотрю. Ну да. Так, походу, кто-то стригернул катсцену какую-то, да? Нет, это просто... Видимо... А, нашел Антоха просто это. Угу. Ну, кстати, тут опасная зона. И danger zone. Ну, давай я отдельный сейв сделаю, слышь. Если чё, чтобы потом... ходить давай. В лагерь перед дракой, потому что у меня, конечно, есть ячейки высокоуровневые, но второй и третий нету. У меня там по одному осталось. Нету. Не, ну если что, вывезем, в принципе. Чё? А там закрытая дверь. Не, ну в смысле закрытая. Закрытую откроем. Ну давайте. Открытие невозможно? Ага. Ну ладно, у нас есть здесь этот телепорт. Храбал. Ой, слышите, а там попробуй за ней какая-то лоб, пипец. Поговорить с этой дверью, может быть, скажут, что нужно сделать. Занято нафиг. Так. No key, no handle. Better to forget. Better to live. Религия. Давай, пробуй. Так. Ох, нихуя. Блин, и добавить нечего. Ну, попробуй, что-то. Блин, надо было засейвиться. Как ты сделал отдельный прием какой-то? Да ну это бежать до двери. Ну попробуй еще 4 врага. Может, давай я. Так, понятно, 9. У кого еще самый будет высокий интеллект? Давайте начнем с этого. Орка. О. Так. Murder. Bloody murder. Who else but Baal with these? Короче, видимо, к камням нужно приходить. A chill draft strikes as you turn, as if distant eyes were set. И чё? Печатать в трибунал убийств. Печатать в трибуну 3 камня убийств? Mm-hmm. И где они? А, подожди, вот, наверное, вот это вот. Типа какие-то постаменты вон. Или я что-то не втыкаю. Не, ну это жаровня. Ну да. Стопы, а тут какая-то должна быть шняга. В арену. А что есть арена? А из этого типа, слышь, который красный был, мы ничего не доставали? Точно ничего не было? Я точно ничего не доставал, я пришел, там у него только копье было. Ну вот и я так же посмотрел, но его перед этим осмотрел Витя. Там было только копье. А, стопы, я что-то нашел, пацаны. Мы нашли. О! Слышь, а я голову клоуна нашел. Одевай. Нет, погоди, просто у Илюхи там есть этот. Тело клоуна. Тело клоуна. Я так думаю, там, помните, цирк был? Я думаю, это там что-то будет. Ну, ты запчасти пока собирай.
Глядишь, целого соберем. Как Бионикла. Да. Ой, сундук какой-то. Так, а тут у нас что? Сундучок. Зелье общения с животными. Так, это отсюда мы пришли. Блин, вообще что-то ничего не понятно. Да. Тут явно какая-то есть загадка, которую мы просто пока не втыкаем. Камни убийства. Ну вот смотри, список. Мы нашли список имен потенциальных жертв. Если мы убьем двоих из этого списка и принесем отрезанную руку, то сможем предстать перед Требаумом убийства и войти в храм Баал. Мы нашли, нет, задание выполнено. Мы нашли храм Баал и вошли внутрь, чтобы обрести то, что положено отродью. То есть это значит мы то, что мы там завалили. Так. Вот. А дальше? Да ничего, ну блин, нажмите J. И по квестам найти. Смотрите. Мне кажется, тут нужно идти куда-то дальше по своим квестам, а потом тут уже. Часик. Нет. Короче, не так. Слышь? Мы его немножко подзахерили, этот квест. Не совсем понятно, как он сейчас нам вывернется. Фишка в том, что мы сильно рано сюда пришли. Типа, чисто теоретически, это должно было так. К нам должна была прийти эта баба, мертвая. Вот, предложить, типа, выйти на ее стороне. Мы могли согласиться, после этого нам бы поступило задание, связанное с трибуналом убийц. И задача завалить троих в городе. Но вместо этого мы могли бы пойти и предупредить жертв. Ну, это мы и сейчас можем, у меня список где-то лежит в кармане. Вот. Я даже кого-то там уже предупредил. А, вот. Так, подожди. Это... Орин находится там, кстати. Блин, нам нужно... Короче, туда можно попасть только с амулетом Баала, но я так и не пойму, как его получить. А, все, пацаны, короче, сообразил. В общем, фишка в чем? По этому мосту можно... Блин, я слышу у кого-то себя. Короче, нужен амулет Баала. Амулет Баала можно получить двумя способами. Первый — это пройти квест, вот как просит эта мертвая баба, то есть убить все цели. Вторая — все цели предупредить и потом прийти на трибунал.
Так, ну, пошли предупреждать вот цель. Там внутри подраться и с трупа взять амулет и что-то еще, записку какую-то. А что не убить всех? Ну, мы такое и сделаем. А, ты в смысле цели имеешь в виду? Угу. Там этот, Илюх уже предупредил часть. Ну, а часть убьем. Блин, может, будем хоть как-то отыгрывать? Раз мы начали предупреждать, давайте уже до конца предупреждать. Витя. Хоть какой-то отыгрыш тоже должен быть. Отыгрыш. А куда телепортироваться, он лучше скажите? Да. Да в город телепортируйте. Это сделать... М нажми. Ривингтон. А, точно. А, ну М, да, дальше. Как вверх поднять? Ну, можете в Ривингтон, да. Подожди, там Витя с кем-то базарит. Розовая арчиха? Welcome, travel. Антох, твой кореш. Не-не-не. Чё, куда вы хотите уйти? Я не пойму. В смысле, мы хотим этот квест допройти. С предупреждением. В храмбалу как пытаетесь или чё? Да, да. Так, короче, клоун капля. А, вот как раз остатки клоуна, цирк конца дней убит, да? Угу. Александр, ты, блядь, ебать. Короче, Корах Хайбери, большой дом. А, кто не принял еще? На грудь? Блять, я не понимаю, о чем вы говорите, кого там принимать, кого не принимать. Ну, мы пытаемся телепортнуться из, блин, храма Баала, у нас срабатывает проверка. Типа, вы все хотите продолжить? Да. Не знаю, я телепортнулся, выйдите куда-нибудь в другое, поднимитесь, ну, я хуй его знает. Я вот телепортнулся без проблем. А может, опять ты пошел без всех? Пробуй сейчас. Один из ваших членов отряда не готов продолжать. Давай, ну а он потому что Витя опять базарит с кем-то. Пиздит он, да. А? Витя, блядь. Да, что? Да. Дай нам выйти, ёбаный гурон, пожалуйста. Я не понимаю, откуда у вас такие проблемы с этим. Да потому что ты пиздоболишь, блядь, мы не можем тпшниться. Спасибо. А, на меня напали. Ясно. Ясно. Короче, я нахуй храмбалу жить остаюсь. А я тоже телепортироваться не могу, несмотря на то, что я в лагере. А почему мы с Лёхой спокойно-то прошли? Вы на какую точку тпшились? Я просто побыстрее... Слишковый ворот, по-моему, или что-то типа того. Я вообще ни на какого, у меня один из членов вашего отряда не готов продолжать, все время вываливается. Ну, тогда ногами идите. Куда, в лагерь? Так, сейчас добьем вот эту драку, Витя, и... Надеюсь, Витя, тебя там трусами бьются, древами. Блин, ну давайте логически, если мы с Лёхой спокойно-то ушли. Вы два петушары, которые идут впереди всех, как обычно. Да в смысле? Мне хуй тормозить, блять, пока каждый сундук не проверит, блять, хуй кто идет. Какой сундук? Вы, блять, прыгаете, хуй говорите, куда вы вообще идете? Сундук. Хуй дух. Ну, короче, да, я тоже из лагеря выйти не могу. Чё мне так смешно? Блин, я вот по канализации могу телепортироваться, если чё. По подземной локе, а вот выйти с неё не могу. Блин, вот в самое начало канализации телепортироваться. Я сейчас начну убивать всех в лагерь и начну с Медведя и Сычика, блять. Полный вперед. Давай. Не-не, стопэ, сейва нет. Похуй. Зато все будем в одном месте, блять. В каком, в аду? Да. За то, что мы убили Медосыча? Да. Я вот сейчас пытаюсь объяснить Паша, а ты перебиваешь. В самое начало канализации тпшнитесь и по лестнице выберетесь. Самое начало канализации это какая? А вот это я у тебя уже не могу сказать, я не помню. Что вы подобьем, и вы нормально телепортнетесь, захипали вы, блин. Это мы-то? Пиздец. Угу. Илюша, это вы на пару с Витей. А нехуй тормозить. Не, ну конечно, большую партийную РПГ надо бежать. Просто как спидранер. Где? На скутер. А, забей вот этого довора. А кто их там бьет? Довор, блядь. Возможно... Короче, давай, Антон, довор, я нашел, как выйти, слышь, иди сюда. Подожди, я хочу, знаете, что найти? Я хочу найти, где а он есть. Где этот подъем ебаный был?
Жирный? Да, да, да. А ну ищи. Я просто нашел выход там по лестничке. Там их все равно он убивает. Нам уже не обязательно к ним идти. Есть еще каст какой-нибудь? Я вот смотрю, что может там 12 хп добить, 15 точнее. Как вы умудрились подраться просто на центральной площади, вы чё? А мы на убитбаал нарвались, на добитгангеров. Ну мы их храм разгромили, так что в принципе они могут быть немножко сердитыми. Нет, мы просто предупреждали одну из целей. А Паш к нам как-то пришел в итоге, да? Ты через задницу. Ну все как ты любишь. Да, да. В этом-то и суть. Сейчас я тебя подниму, Сек. Ну они, кстати, бьют пиздец больно. Прям вот реально очень больно. Можешь дострелить его? Могу. Не, ну опыт. Или как тебе мое заклинание цепной молнии? Цепной моли. Ой, ты ну. Че, Антох, прыгай к нам. Теперь ты можешь. Не знаю. К вам это куда? В Ривингтон, блядь. А я сейчас тебе скажу. Нет, а, ворота. А они, кстати, не видны из подземелья. Почему? Ну, значит, в Ривингтон прыгни, а потом, да. Не, мы все прыгнем. Заебись. Ну, четко же. Ну, это какая-то немного дебильная система сейчас сработала. Ну, такой не было тем. Мы могли вчетвером вообще по всей локации расползтись и заниматься своими либо делами. Либо это изменение в патче. Не подумали об этом? Нет, мы вообще не любим думать. Ну, в принципе, да. Это, ну, лично это не мое. Ну, вот я тоже как-то несколько раз пытался думать, и как-то это говно как-то получилось. Как-то больно и сложно, да. Ну, нафиг. Ой, бля. Антошка. Да. Это компудахтер-то обновил в итоге? Нет. Или пока забил? Я же бомж. Да в смысле, у тебя новая модная работа? Бля, ну это да. Ой, блять. Бей, живи. Да чё-то не хочется даже. У тебя тоже новая модная работа. Блин, ну там надо работать. Уроки да. Учат только лохи, пацаны ебут ладохи. Хорош. Это Стэтхэм сказал? Да. А, пацаны, мы вообще не туда телепортировались. Ну да. Отсюда пёхом, кстати, быстрее дойти можно. Я сделал немножко попроще, да. Через портал. Погодите, а я тут цирк, кстати, пойдемте позырим. Мы же там полклоуна нашли. Я к Вите уже пошёл. А я в цирк пошел. А, прикольно, слушай, тут вообще мертвяков дофига в этом цирке. Так, а... Не знаю, у меня от Васильковы врата доступны. ДТП. Слушай, Илюх. Мне пипец сейчас нужна твоя помощь. Чё такое? Иди сюда. Ну прям вот очень нужен. Сейчас, секунду. Где ты есть-то? А, в этом... Так. Ну вот я подошел, например. Дайте мне монеток, ребят, срочно. Зачем? Ну, где-то штук 200. Mm-hmm. Короче, смотри, фишка в чем? Я вот эту тему знаю. Тут есть джин. Так.
который крутит рулетку. Но фишка в том, что он постоянно выигрывает. Вот. А выигрывает он за счет того, что у него в кармане лежит кольцо магическое. То есть нужно его спереть, да? Да. Но чтобы это нормально сработало, надо сначала крутнуть рулетку. Ты проебал. Да, дайте денег. Так у тебя есть. А у меня почему-то он говорит, что нет. Ну, у тебя 453 монеты. Ну, на кольцо, тебе... если что... кольцо, если что, я у него могу спереть. На тебе еще 32 тысячи. Ну да, так-то нам, наверное, хватит. Я надеюсь. Так, я сохранился на всякий случай. Так, крутим колесо. А сколько денег потратили? Alas! No jackpot for you! 4. You are welcome! Ага, ты... Сделал? Ага. Так, пробуем еще раз. Только я не знаю, что произойдет. Prize, может, и тебе это кольцо взять просто и с ним крутнуть? Подожди, давай так. Да? Работало. Possible. И что говорит? Невозможно, говорит. Варюга, ты жульничаешь. Enjoy the jackpot, muley turd! И чё? А, прощай, Павлик. Чё случилось? Пацаны, он меня к динозаврам телепортнул. А много их? Один, пока. Мне больше интересно, к динозаврам, а где ты есть вообще? Офигеть, короче, пацаны, там телепорт, мне до него плентюхать 20 лет, и тут, походу, полно динозавров. Ну, сейчас пробуй будет... аккуратненько. Не, пробуй не. Аккуратненько дойти. Не могу, у меня сразу драка стартанула. Ну, он там один со мной в драке, у него 51 хп, я думаю, я его сейчас развалю. Давайте отпиздим на этого джина ебучего. Не-не, погоди, сейчас мы тут... Сейчас мы их размотаем, нормас тема. Ну давай сюда ящер. Ну ладно, ты развлекайся. Ты сейчас можешь весь цирк сагрить, Антох. Я знаю. Пускай вернет нашего барда, падла ебаная. Не, ща я вернусь, тут не особо-то много. Только он тупой, он только пиздить умеет. Ой, что это за ведьмочка какая-то? Так. Погнали дальше. Следующий ко мне. Блин, мне надо. Потом сохранись, я попробую у него бабки одна подрезать. Сейчас я вылезу отсюда. Mm-hmm. You're in love, are you not? You are wise to admit. Ну и куда ты побежишь на рывке, дурик? Я на скале. О, нифига, он плеваться умеет. Truth, a sword, and trust, a shield. I pray you wield all three, Styra. Bring the one you love. I would look into your hearts. Может быть, это и не так весело будет. Говорил с рыжком. Я поговорю. Ничего, он говорит, типа, с девчонкой общайся, а я боюсь. Forgive me. I had not realized. Умрачная хватка, ты разговариваешь с ним? I await with a... Да блин. Надо мышку менять. Вы что там, зверюгу освободить, что ли, пытаетесь? Да. А второго?
Да, мне нужно, чтобы кто-нибудь отвлек их как-то. Мне интересно, что он мне скажет, когда я вернусь. Ебать. Ну, слушай, их тут и вот ничего. Так, все равно, нахуя? Блять. А когда нам нужен был повод? И то, правда. Тоже верно. Блин, прикинь, а тут сундук есть, но он запер. А ты его с собой можешь взять, блин, так? Да, слушай, я могу его взять, только заберите его кто-нибудь у меня из сумки. Кто-нибудь, наверное, орк. О, слышь, клоунка. В смысле, это ну, нормально? Загрузись, Паш, у нас тут сюжетный персонаж, Артес, короче. Блин, ну пипец вы типы. Так мышь, я ж тебя просил, сохрани. Так я сохранился перед этой всей историей. Нафига вы их сагрили, пока я не вылез-то оттуда? Мне сейчас заново драться с целой ордой этих. Нам было скучно. Ну охереть вы, а теперь вы два раза посидите. Пойду курну пока, короче. Это кого там динозавром кинули? Меня. Мне даже понравилось. Пойду тоже пока покурю. Да нет, теперь сидите и ждите. Вот именно, мы все равно будем ждать, я пойду пока покурю. Да вы рожа охреневший, слышь, а я два раза буду перепроходить одну и ту же хрень. Так, ну, Антон уже все равно ушел курить. Будет несправедливо, если я не схожу курить. Нет, это будет как раз справедливо, Вить, потому что, почему? Уверен, это ты начал всю эту историю. Я начинал. Илюха пытался вскрыть замок, его спалили. Вот и все. Ну да, получается, ты виноват. Нет. Да. Ну, вообще, кстати, интересно, как? Я же, короче, вскрыл эту дверь, и вообще не было никакого этого. Как они сагрились, я хуй понял. А сейчас... Короче, ладно. Воруй. Дивиньковская. Чё, воровать? Ну, кольцо. Погоди, а ты во время динозавров вообще не это? Чего? Нет, я ж десейвился. Я тебе про чё и говорю, что вы нахера начали? Слышь? Ну, может, да. Ну, чё ладно. Ну. Кайфово. Вообще, по-моему, то, что надо. Я отпёр. Ага. Ну, сундук я сейчас вынесу, прикинь, он офигеет, когда я его просто выгружу. А? О, нормально, мы почти целого собрали. Да я ее пока не могу взять. Ну, сейчас как соберемся. Что? Что его это хотят убить. Ты что там, Павлик, войну воюешь? Да. Петушары. Я стоял. Меня втянули в авантюру. Теперь буду сейвиться на каждом ящике. Ну, нормальная тема. Говно тема. Витя что-то делает.
О, прикольно. Слушай, они в любом случае агрятся, короче. Если ты идешь предупреждать этого чувака... Ты сейчас сагрил всех, да? Они сами сагрились. Я пошел предупредить клоуна каплю. Да ладно. Ты мог бы выйти спокойно, я бы это подождал. Да ладно, смысл. Давай, погоди, может мы сейчас что придумаем всем табуном? Может инвиз какой сейчас намутим? Ща. В смысле, инвиз? Не-не-не, тут, короче, это. Этот клоун капля, которого мы должны предупредить по списку, понял? Он сам, короче, абсолют. Такие так дела. Он... Давай я с ним побазарю, может там проверки какие есть. Ну давай, заканчивай тогда. Тогда вообще пойду похаваю, пока поберу. Ну, в смысле, наложу. Ну, давай-давай. Да. Да и... Погоди, ты загрузился сейчас? Да. А почему я уже в диалоге с этим клоуном? Ну вот ты так вовремя пришел, что у меня там сохраненка такая была. Ну, либо сейчас опять на колесо загружаться. Не, ну смотри тут. Илюх, ну просто постойте, пожалуйста. Ну третий раз. Я говорю, ты засейвился как раз, когда я уже с ним в разговоре был. Я понимаю. Так ты просто не базарь с ним, и все. Ты просто стой и ничего не тыкай, да и все. Блять, игра пошла, мы можем спокойно дождаться пар. Так а зачем вообще тебе с ним говорить, если у тебя нет навыка к диалогам у перса? Илюх, просто ничего не тыкай сейчас, все. Жри. Я уже, меня от этих динозавров уже тошнит, пацаны. Я сейчас начну радугой блевать. При том, что у меня нет вообще никаких стелс-навыков, я дерусь с динозаврами, которые почти такие же, как и я, по статам. Ну, мы можем туда пустить Антоха, просто каким динозаврам. Да и каким образом? Ну, ты просто выиграешь это. Ну, на самом деле, это тоже работает, но... Ну, давай это сделаем. Что, тырю? Да, тырю. Как стырешь, говорю. А, ну давай, я схожу, чё. Да ладно. Да давай, давай. Ты без полета там будешь... Хотя, почему? У меня же тапок есть еще. Давай. А вы пока придумайте, что с этим делать. Мы сейчас снова грузиться будем? Нет. Не, мы не будем грузиться, Антоха сейчас пробежит. Ох, нифига там, камушек какой красивый. Могу я сходить, в принципе. Ты там вообще под... Не, Антоха, знаешь, почему лучше? Он сундук с собой вытащит без проблем. А я его ну, если сейчас он не справится. Только слышите, него и шаг не трать, Антох, до самого конца, потому что, значит, там есть шанс не допрыгнуть до телепорта. Понял. Телепорт там, смотри, в конце Локи он стоит. Прям. Да, я вижу. Ух ты, а тут какая-то баба с посохом, с красивым, слышите? В окружении скелетов, с которой Витя уже разговаривает. О! Он скелеты купить хочет. Витя, Олег, постой на месте, пожалуйста. Но у меня навыка не хватило прокрасться. Да? А, ну да, у меня тоже. Ну можно сделать просто рывок.
Там, если ты вперед побежишь, ты там целую орду их соберешь, а они бегают далеко и с рывка прыгают в тебя. Ну, хз. Я уже почти у портала. Сундук приходить не забыл. Да-да-да. Витя там, бля, роли отыгрывает. О, нифига он там жарит. Пойду с ним поиграю. Так, а какая песня? Песня бардов. А, танец бардов. Так, а чё у вас дудка уже есть, да? Ага. Блин, ну я могу тогда вот так сделать. Им не нравится, как я свистел. Чё случилось? Ща приду. Да. Ну, два динозавра сдохло, осталось два. А, прикольно, меня с ног сбили, как. Ну это не беда. Блять. А, я тут нашел татлопку, у него 5000 золотых. А, ну все, динозавры обоссаны. Слышь? Тут торгуют, у него 5000 золотых, короче, можешь это продать нормально так. Так, а как сундук там брать надо было? Правой кнопкой. А, добавить товары. Угу. Лебись, я из туалета вышел. Так, где это падла? Иди сюда, чушка, блядь. How did the despicable cheetah enjoy his vacation? You have my ring. That is reward enough. Now be gone. Акаби is bored of you. Акаби is tired of. Ну понятно. Короче, он сказал, что ты и так кольцо спиздил, типа, блядь, тебе хватит. Ты сейчас, ну блин, ну опять вот время 6 вечера. Сейчас схожу. Так, сейчас, короче, я приду, мне надо сходить до аптеки. Угу. Я вернулся, если что. Ну я в лагере, если что. Витя, ты что делаешь? Разговариваю с животными. Че базарит? Но пантера говорит, что всех убьет. Прикольно, а мне в лагере статую поставили за что-то. Угу. Все, серьезно. Фотка, иди посмотри. Сейчас этот Витя базарит. Мне даже интересно посмотреть, чё, где чё из-за статуи. Да вот рядом со мной. Видишь? Нет. О, видишь, на истинный герой брат Балдура. Ну как называется? Прикольно. Угу.
сука. А ее разъебать можно. Не, неуязвим. Да? А, ну да. Ну я попробую. Ага. Блин, забавная тема. А! Я из нее вытягивание характеристик делаю, нормально. Вы что, пытаетесь статую разбить, что ли? Ну. Что-то не получается, да? Ну она, лянь, зато теперь красная. Ну да. Бля, Витя опять с женщинами пытается разговаривать. Это, знаешь, в чем прикол? То, что она отображается как персонаж. Mm. Правой кнопкой. Да, это забавно. А, Илюх, это сундук, кстати. А, давай, да. Ща, как его там выбросить? О. Если не понимаешь, там, блядь, ничего хорошего не будет. Ну, может быть, да. Ну, не, ничего, слушай. А, кстати, для Вити очень даже ничего жезл. Да? Или трезубец, что это? А, это трезубец, походу. Метательный, походу. Ну, блядь, он охуенный. Но нам никому вообще не это. Создает взрыв 3.12 громом. Бля, да он вообще заебись. Слушай, погоди. Правда? А он только тупо метается и пиздец? Ну, я так понимаю, да. Ну, может и нет. Он вообще, так погоди, он возвращается в руку. А я его могу себе взять? Ну, да. Ну, попробуем давай. Слушай, а неплохо. Он неплохой, да. Тут, смотри, дыхание ветра есть, типа... А у тебя сколько на нем урона показывает? А, больше, чем на топоре. На этом у меня 9.24, а на топоре 8.23. У меня просто на нем еще больше урона показывает. У меня до 27. А-а-а. Ну, у него вон прикольная херня. Конечно, типа, вот скилл есть. Блять. Там автодиалог автоматически начинается, получается. Надо что, базарить пошел с этим? Клоуном. Ты... Ну, Витя, пизда, ну, тебе. В принципе, можем пойти подраться. Да пошли, втроем. Разъебем. Да, Паши нет. У меня, конечно, ячеек-то мало, но похуй. Эй, Витя, их пизды дал. Разваливай. Ладно, Адя, Витя есть. А, вот он. Огребает. Ну давай, чё, или уходи сюда тогда. Да, иду. Я прям рядом с ним встану тогда. Илюх, он тебе предлагал ассистентом стать, да? Да, но он в любом случае агрит, как бы ты себя не вел. A round of applause for the storm now. Так, что тут, блядь, где, как вам пройти, я что-то не пойму. Tell me, what makes you special? Блядь, где вы есть-то? Вот так вот иду вроде. Boring, boring. Anyone, you, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a. Понятно.
Нормально. Короче, весь цирк подставной, понятно. Ну, как бы да. Только ты рано закончил, я еще не пришел. Ну, тут Антоха, а ты стул можешь их порезать. Ну да, я нормально еще навалю. А, они людей убивают, уроды? Да. Ага. Так, подожди, с каких пор тебе сделали людей? Да просто. Тю, ебать, шестеро у нас все лошара, блядь. Но он тебя дезориентировал. Это да. Теперь у тебя не та ориентация. Это плохо. То есть он теперь-то натурал? Ну теперь да. Все, Вить. Кончились твои игрушки. Не, ну Витя так интересно стоит сейчас. Хвостик приподнял. Мне кажется, его сейчас собака чпокнет. Не самый плохой вариант. Для собаки, в смысле. Хера. Бля. Ну да, больно бьет. О, а у нас тут кореша есть. Феодор. Так. Ну разваливай или собаку, или этого клоуна. Так, 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 сейчас я подумаю. О, прикольно, правда еще удар есть у тебя. А ну-ка, попробуем. Ну, нормально. Нормально, да, правда еще удар. Еще и в кровоток. Ну-ка. А, вот а это все нафигами. Ах ты сука. Леди, а чё делал Витя? Не знаю. Получает пив, да? Собаки. Нормально. Да, хорошо. Ух, ё. Это все, ну, вот да, твоя ведь хуета вот это. Не, за жопу укусили в итоге тебя, Антох. Не, ну это да. Ну, походу все. Да не, живой. О, молодец, пацан. Я угадаю, он тоже на меня. А, нет, не на меня. Да, спасибо. Добивай лучше этих преображенных пидоров. Ну, погоди-ка. Ща. Ради интереса мне, как это работает. Ого. Ну, неплохо. Только невинную женщину зарезал зачем? Ну и Федора тоже. Ну ладно, ничего страшного. Мафакер какой-то, блядь.
Ну чё ты ведь? А. Так, чё там? Ну. Так, у него там есть что, кстати, у этого? Молоток, ток синий, клоунский. А никаких там это? Нет, письмо еще какое-то было. Нормально, разъебали. Че, рыжика выпустить? Да давай, я выпущу. Подожди. Витя там базарит с ним. Forgive me. I was close to killing you, killing everyone. You can, but I will not. The circus is my family. They rescued me when I was but a youngling. They did not starve me. The other did. He wore the face of Dribbles. Так, ну и что дальше? Он не будет атаковать. Он даже из клетки уходить не будет. А, ну пускай. Че там? Куда дальше? Ну пойдем, может, попредупреждаем этих по списку. Ой, блядь. Так, шеф-повар Равира я предупредил. Клоун Гаплю убит, Сильва убит, Нагрушка убит. Кора Хайбери, по-моему... А, это вот Витя там что-то, там еще драка была. Возможно, нам понадобится тушка клоуна, которую ты с собой носил. Зачем? Ну, я тут, там еще отрезанная рука есть. У меня, короче, есть голова, есть торс, есть рука. Так, Фигаро Многоликий. Ладонь, давай. Голова и торс. Нам нужны еще ноги. Так, ну нам нужен Фигаро Многоликий. Давайте смотреть, где он. А, Фигаро тут. Моды Многоликого в Нижнем городе. Так, ну это, короче... Это туда двигать. А мы не сможем, потому что Паши нет. Не, ну почему можно это... Просто сами по себе вон прыгнуть на змеиную скалу и оттуда зайти. Да. Ты что-то еще нашел? Is this some kind of display? The house was on fire. We were rescuing people. I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. Ты знаешь, где эти моды Многоликого? Нам в Нижний город надо, а мы в Нижний город не попадем. Да. Я сейчас... Куда? Да, без Павлика там не пройдем.
даже сохраниться нельзя, да? Да даже сохраниться нельзя. Ну да. Да Витька толкаю. Ты его хочешь в пропасть? А не получится, она не даст. А не, можно. Да. Лол. Не, вообще я его хотел, знаешь, куда вот сюда, короче, запиздить. Но не получится, блин. Он показывает, что вниз улетит туда прям. Ебеня. Ну да, мне наоборот чуть-чуть не долетает туда. Mm-hmm. А, да туда и нельзя прыгнуть, это такая. А. Да. Ну, понятно. Надо рыжую женщину забирать в лагерь, короче. Нормально. Ну или хотя бы спихнуть с моста. Ну это можно. Да не, она не стоит так, что хер ты. Нас потом еще эти атаковать будут. Да. Мы их не вывезем, их до хера. Стражи, блядь, 11 уровня, пиздец. Ну а что мы тогда можем еще сделать, пока Павлика нету, блин? Я даже не знаю. Что у нас вообще есть? Да ничего, господи, дать Павлик. Забавно, у меня квест до сих пор бежать на утилоида висит. Ну да, есть такое. Ласка Шерес, это тоже Нижний город, по-моему, да? А, нет. Ну там Воссу надо было рассказать про то, что мы типа с этот... Да, мы к нему не... Он в канализации сидит, но мы его почему-то, я не знаю, не нашли. Да. Мы же его нашли, все как бы, но... Ну да. Ну, что-то мимо пробежали. Блять, собрать каплю по частям, это, конечно... Ну, понятно, короче, из всего сейчас, что у нас есть, только бросить вызов Лорду Гарташу осталось, и пиздец. Ну, опять же, дефака, это так. Да, это бред. Мне кажется, если мы его убьем, мы сможем пройти в храм Баала, и там Лазель спасем, а потом отхуячим эту суку. Да, хрен его знает. Не, мне, конечно, нормальная тема. Бен, кого-то нахерачить надо. Блять, текстура грузится, пиздец, конечно. Ну да. Вообще, у меня сейчас тупо вот южная застава, она вообще не прогрузилась. Ебать.
Мужики. Да. У меня не очень приятная новость. В смысле? Тебе съебаться мне надо? Да. Это серьезно. Бля, мне дядь надо помочь. Не дяде, не в смысле дяди, а родному дяде, который брат моей мамы. Нет, ты в смысле с концами или еще вернешься? Скорее всего, с концами. Нам нужно сейчас будет помотаться. Завтра, если что, все на месте будут? Не, ну я нет. Бля. Хуёво. Не, ну я, может, вечером подгребу. А ты завтра куда, Серёг? Ну, у меня сегодня там немного не получилось приезжать. Там воду отключили, короче, я что-то решил в пьюду. Без воды как-то не очень прикольно. На завтра принёс. Блин, мы даже сохраниться не можем, да? Не, ну... If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Не, ну что, Витя как бы может, в принципе, ливнуть. Просто сейф потом Паша сделает и все. Да ну, блять, от греха подальше лучше. Да. Ну, просто зная, это можно и час сидеть. Можно. Кстати, хорошо. Кстати, даже хорошо, что Антон решил по приколу торс клоуна заграбастать. Угу. Здесь даже, извиняюсь, то, что быка. Да. Ой, блять, я тебе извинения принес, а ты. Нет, Витя. Не канает. Кого убить? Кого убить? Кого убить можно? Maybe it has something to do with the army about to invade the city. I know. Everything you did in the book. You're big. You're different. You're angry. You might trek all the way there and turn shame. No waiting, Jesus. Got campbits and bobs from Dantelon's dancing axe. Come on, patrol. Ведь может как-нибудь развернуть этого диалогом? Куда-нибудь вообще? Преступник? Да. Попробую. Блин, у нее вообще ни хера нет. Хотел демонетку внести. Ну доспех у него прикольный. А он вообще числится как нежить. Ну конечно. Пал. А? Пал. Рыцарь или то преступник. Mm-hmm. Every sale, Papa 30. 30. Papa sells good things.
Подождите, я сейчас. Пацаны, вы тут? Да видите, что выходит, оказывается. В смысле, куда? Ну, вот так вот. Сказал, что срочные дела. Опять мужики? Не знаю. Ну ладно. Чё, у меня у самого, видишь, не день, а форс-мажор сплошной. Ну да. Ну, а завтра есть воскресенье. Никого ну, я-то... Не, я не знаю, я могу, может, только к вечеру буду. Ну, вечером, значит, покатаем. А Витя с концами на весь день, или он вернется? Ну, может, без концов, я не знаю. Вот, ну, если есть желание, можно пострулять. Да можно, в принципе, пострулять. Ну, ты сейф просто сделаешь. А, блин, на чё вы не предупредили? Я просто вышел. Красиво. А мы тебя ждали как раз специально сейф. Но все по одному месту. Да, что-то у нас, блядь, это парад долбоебизма. Так, а что у нас есть такое, во что мы втроем можем пойти? Так, вы уже сохран сделали? Нет. А почему меня выбил? Потому что Паша вышел. А-а-а. Мне сказали, что ты уходишь, и все расходятся, и я и вышел. Ну, из всех, ну, ты что, что троих... Сохран, да?